Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Crysis. В простонародье это Crysis, первая часть. И мы уже близко, да, к завершению. Ну, я так думаю. Сейчас посмотрим. Ну, у вас есть, это на экране находится кнопка справа внизу. Подписаться, подписывайся на канал. Ставим лайки, оставляем комментарии. И смотрим. Смотрим и проходим также. Пишем в описании, кто как прошел. Держите шляпы, господа. Сейчас будет весело. Ситуация полное дерьмо. Впереди несколько летучих гадов, да еще и погода не к черту. Ой-ой-ой-ой. Пилот ранен. Откройте кабину. Вот это самая хреновая миссия для меня. Пилотирование вот этой херотой. Она такая неудобная. По управлению. Быстрее туда, лейтенант! Мы падаем! Тяни, тяни! Гриффит, это командир. Как так, слышно? Так, куда тут тянуть-то? Командир, это Номас. Слышно хорошо. Пилот убит, возможно, двигатель поврежден. Я могу управлять этой штукой, но я не пилот. Жду указаний. Понял. Тебя отказал второй двигатель. Иди на малой высоте, не перегружай первый. А как? Я не знаю, как она управляется, эта хрень. Ну-ка. Ну-ка попробуем на кнопках сейчас. Держите шляпы, господа. Да, сейчас мы слышали уже. Ситуация полное дерьмо. Тяни, тяни! Гриф 1-4, это командир. Тихо-тихо. Слышно. Командир, это Номас. Слышно хорошо. Пилот убит, возможно, двигатель поврежден. Я могу управлять этой штукой, но я не пилот. Жду указаний. Понял. У тебя отказал второй двигатель. Иди на малой высоте, не перегружай первый. Мы эвакуируем всех на Конституцию. Видишь своих впереди? Так точно. Вот иди к ним. Они выведут тебя из долины. Держись с нами, Номас. Тут в лагере прямо по курсу наши морпехи ведут бой. Забираем их. Конвой в воздухе идет к вам. Расчетное время 5 минут. Понял. Ой, это так бесячий, это прям кошмар. И перемещение назад. Мне не надо назад. Такое бесячее управление. Давайте смотрим, нам сейчас туда в долину надо, блин, еще потом обстреливать их. Так. Так, так, так. Где тут? Так, это понятно, это высота пробел. Понял. Впереди противник, Номат в атаку. Так мы приземлились. Номат, прикрой нас, пока мы грузим раненых. Да ёж твою мать-то! Где второй? Тихо, тихо. Тихо. Да ёж твою мать-то! Ну давай, 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 давай! Есть! Отлично, Номат! Ты давай, талант, давай, 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 все пройдем, чисто! Пройдем. Внимание, все чисто, продолжайте взлет! Номат, иди продолжайте за ними! Взлет. Отлично, Номат! За кем? В 2 километрах есть еще один пункт эвакуации. Давай, Номат, давай. За нами. Давай, я иду. Блин, такая... такой идиотизм. Погода портится. Сфера расширяется. Левее, Номат. Держись подальше от льда. Держусь. 26%. Блин, вот меня теребунькает-то. Так неудобно. 1-8. Вот, кстати, кто любит. Живые есть. Никак нет. На связь никто не выходит. Вот эти мы опоздали. Вот. Эмуляторы. Пилотирование. Тем попроще будет. Понял. А еще проще тем, допустим, кто играл в GTA 3, там миссия с вертолетиком.
Вот тем, да. Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Тихо. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад. Прикрой взлет. Отбой. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже... Да ешь твою мать-то. Можете прислать борт? Понял, 2-0. 1-8, 6-5. Заходите. Блин, ну-ка. Что и требовалось доказать нахрен? 1-8, это 6-5. Так. Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот, черт. Направляю на цель 3 километра на восток. Понял. Так, надо... Надо как-то обойти вот эти все. Давай. О! Блин. В долине идет эвакуация. Прикрой сейчас еще. Воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Блин, вот это хрень. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад. Давай. Прикрой взлет. Отбой. Да? Пустите меня. Корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перегруз. Твою мать. Все. Понял, Блин, вывоз. Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф. Я иду. Быстрее, Номад. Прикрой взлет. Отбой. Давай. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы давай. На Конституцию. Давай. Вырывайся. Можете прислать борт? Понял, 2-0. 1-8. 6-5. Прием там. Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Блин. Вас понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Прикрой их с воздуха. Держись, Гриф. Я иду. Быстрее, Номад. Прикрой взлет. Отбой. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, да, блин. Но у нас уже перегруз. Можете прислать борт? Вот так. Понял, 2-0. Вот, прошел. 1-8, 6-5. Заходите на посадку для погрузки. Прошел. Номад, прикрой их с воздуха. Да делать мне нечего. Это дополнительные задания вообще-то все. У меня более существенно выжить сейчас. На этом гребаном транспортнике. Давай. Не перегружай двигатель. Так не перегружаю. Опа. И вверх, давай. Блин, тут такая хрень. Ну он же есть истребитель, чё? Да ёж твою мать! Ну-ка давай! Блин, давай последний остался. Так, что еще прилетело? Я так не договаривался. Тихо. Так, пока давайте-ка. Вот так. Гриф 2-0, это Номад. Все чисто. Понял, Номад. Получилось. Спасибо за помощь, Номад. Возвращаемся на авианосец. Внимание. Господи, всем. Кто этим транспортником управляет? Это вообще. На наших ведут бой. Помогите им, но помните, приоритет вернуться на авианосец. Ага. Будьте осторожны, отбой. Вас понял, командир. Тут полно противников, но мы попробуем помочь. Транспортник в пещеру-то залетал. Как они управляли этим транспортником? Это же неповоротливая хрень. Вот, кстати. Вот так вот можно обойти, да, вот этот? Вот так. Обошли. Еще
Блин. Успели окружить колонну. Наши ребята там еле держатся. Черт, колонне конец. Подожди, подожди. А что, только я, что ли, с ними должен воевать? Разрешаю, выбирайтесь отсюда, пока можете. Так. Мы возвращаемся на базу. Давайте купим тебе выйти. Подожди, подожди. Отключено. Чё? Защитите плата, да? Опять я. Да. Ой-ой-ой-ой. Ракеты кончились. Блин. Да где вы, блин? Не могу, что тихо. Молодец, Томас. Идем в строю 19 километров от 1.09. Надо добраться туда живыми, ребята. Давайте еще один. На опережение, на опережение. Так. Дополнительно защитите транспортники, защитите плата. Ну, вроде защитил, все. Могу теперь дальше-то продолжить движение. Давай, восстанавливайся, восстанавливайся потихонечку. Потихонечку, помаленечку, но восстанавливайся. Сейчас посмотрим. Так, надеюсь, я прибыл на место. Тут недалеко осталось. Так, блин. И куда это я? Где ты, где ты, где ты? Блин, вот вас двое. Тихо. Трое. Блин, а у меня еще... Так, ну-ка. Да тихо вы. Давайте... Давай, о, первый сбил. Второй сбил. Третий сбит. Ну. Я молодец. Блин. Ну чё, падлы. Чем дальше, тем дальше, да? Надо брать. Я всех загашу. Черт, подожди. Быстрый. Так. Всех загашу. Куда мне? Сюда. Правильно я лечу? Тоже правильно лечу. Так. Так вот. Так, эту падлу я сбил. Еще же должно же быть. Так. Ну, не вижу. И я, как понимаю, сматываюсь. Отлично, Номад! Смотался. Авианосец в 12 километрах. Все чисто. Домой, ребята. Номад, как слышно? Мы на авианосце. Здесь Пророк и Ирена. Где ты? Понял всех. Я лечу к вам. Буду через 10 минут. Давай скорее, приятель. У меня для тебя небольшой сувенир. Ну все.
Вернитесь на авианосец, выполнено. Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока!